Re, viss ēters ir te! Завтра, 1 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность и усиление ветра, прогнозируют синоптики. Ночью в юго-восточных регионах страны продолжатся дожди, а в течение дня дождь возможен лишь местами. Температура воздуха на рассвете от плюс 8 градусов в Видземе до плюс 15 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. Северный и северо-западный ветер усилится утром на побережье, а днем в других регионах страны. Его скорость порывами составит 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. В первый день сентября в Риге ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит плюс 12, плюс 14 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, температура воздуха составит плюс 17 градусов.